хоть. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью. Ну вот осколок, ты говоришь, кто лутает первым. Да я не про то, блядь, бой висит, ёпта. Может забогаться нахуй, может чё, ёпта. Это, блядь, этот. Бокрос уже паролил, да? Да, мой инспектор. Изданно. Бокрос ГЦ. У нас перерыв небольшой или нет? Нет. Ну и все, это последний раз, когда воля упала. Что, да это, турбо его сделал. Ебать, вы сейчас сравнили Ханта 264, блядь, с бисовым магом. Вы что, блядь, упоротые? А вдруг? Лео. Да. Дальше идет. Я. Не, дальше идет Войд вроде. Ну-ка еще раз. Войд тебе зачем, бля? Успокойся, ты в Герри забрал десятки. Да, Войд в приоритете. Тебе последний, да? Кому, мне? Да. Если упадет, блядь, перчатки со склепа, то последний. А, да, сейчас. Бокрус, блядь, дай хоть потаскать нахуй волю, блядь. У меня налички только так. Владлак хочет отойти на 9 минут. Давайте заменим его на шавки. Он просится. Заодно проверим за фроздекана. Ну, суть сова появилась, дамажущая, нихуя. Ну, Владлак написал, что отойдет на 9 минут. Ну и я дальше он придет, что мы будем делать, блядь? Просто КД пацану повесим? На трэш? Ну, нефиг отходить. 6 КДПС. Да, а, кстати, да, очень надо. Малый ДПС у него. 6К это не проходной, тут нечего делать. Да, кстати, девятка господин, ну, лут. Клыкача бери вместе него, да и все. Да, клыкач, давай вынести. Вот чё он на улу не забрал чешку, блять, он меня волю забрал, вот, бля. Сука. Давай, Войд, печеньку, в гере десятки заберешь. Так, принскрин не сделал, что прописать потом ещё. Короче, пойду плакать 5 минут. А, турбо, да, турбо ж сделал. Ха, турбо, красава! 250 голды твои. Давай, Валя, Кагрим, пошли чистить. Ну все, бей его, не, не подводи. Ну все, Бокрос, не передамажишь меня, короче, ГП. Чего? Ты его пухи видел? Чего уж пухи? А Трини видел его и мои? И что, Трини? Да это зависит от сета, от Трини и от пух. Так у него гранит мне, он АДК, блядь. Че? Он не АДК, он ХДК. В смысле, о чем? Только зрение? Души фарм. А, души фарм. Да. А так он фростбекам. У него за репу 251 пухи. Что ты хочешь? Же все был грустно БГ, блин, наебашил. Сейчас бы хуярил тут всех. Пухи взял бы. Кому плащ нужен за гнилого на милика? Знаю, Лу, наверное. Лу, Шреддер. Скорее всего. Давай я нахуй спецом зайду, бля, сейчас на это. На профа нахуй паладину, я тебя заберу нахуй. А чё там за хил, малышки? Чё там хилить надо? Так Чебурлола опять выкинула, походу, да? Я понял, будет замена звучит. Хил есть у нас? Блин,
Да, рецепт есть на 35 секунд. Бля, ну у нас хила нету, ёб его иди. Хотя... Есть хексер. Блин, дай пойти, пожалуйста. Летает целка. А, нет, не надо. А чё, ретрики и плащ на ловкость не берут? Они, блядь, не знают, что-то их надо брать на. А, бывает. И потом фулл бисе, блядь, почти дают на 18 хдпс, быстренько из, блядь, джайна, нахуй. Ну, бывает. Какой плащ? С кораблей у вас есть плащ. Там двое запов, блядь, упали нахуй, были в ЦРС 25 км. Он ни одни не паролил. Блядь, вакханал нахуй. Да, Димона есть серпал. Я, блядь, могу, конечно... Да у него 5000 силы, блядь. Для ретрика. Да. Ну это мощно. Да-да, там, короче, 24... Под 60к буря брокает, ну хоть. Правда, у него 44% крита, и он без шайма. 17к. Но у него глора, так что... Я типа этот, боб дал. Бей. На базу в ГБ сразу же. Сейчас за сумоним погоди. Ни разу не видел, как чумная бомба взрывается, блин. Давайте сделаем. А этот трэш не забираете? Да, можно и забрать. Так-то чистить её сейчас, блять. Этот, как его? Вы уже почти... Сейчас, задумчик, засумоним. Давай, погнали этот трэш зачистим, 10%. И как его, шкаф поставить. Ой, так. Ты шо, я армсом, блядь, столько ДПС убью, трэш, не пугайся. Ну, может, даже 500 душ сделаем. Шкаф поставь, Африк. Я согрею. Пишу. Пимшу. Угу. Отлично. Сейчас задумайте, просто смотрим. Так оставляет одно место или не справимся без одного хила? Жденка падает тут. В 3 хила? Я сейчас просто хуликал аспект, возьму так дымыч и все, ёпта. Проблемы нет. Ну, смотри сам. Сейчас уже скоро придет, через полчаса. Через полчаса? Ну, где-то так. Ну, там будем смотреть. Или потом кого-нибудь кикнем. Зачем мне тут ретрики, которые хотят плащ собрать мой? Так ты плащ не заберешь, это. У тебя был шанс. Да плащ на мейн спек пойдет, а не нов. Так чё, мы сегодня пробуем новую тактику? Ой. Ветер. Какой вы новый? На кого? Совет. А, что так мы уже попробовали в десятке локом. Лок сайт просто петой забивает на сферу. Три лока. Понятно, я имею в виду вообще.
Лока проще, не? Локом намного да. проще. А хилов-то нету, блядь, походу, да? Хилы, алло, прием. Давай. Дайте бэр по хилу какому-то. Надо никакой бэр, лучше падайте. Так. Алиса, ты тут? Да. Как дела у тебя? В смысле, в чем проблема? Нормально все. Ну вот моб, говорят, хилов убивает. Мосса, он говорит, маленький. Ну, маленький моб был где-то под собакой, я его не видел. Ты его не смогла увидеть, да? Ай-яй-яй, какое недоразумение. Ну что ж, бывает. Интерфейс открывай. Вкладка имена. В самом низу есть индикаторы союзников и индикаторы противников. Поставь галочку индикаторы противников. И все три галочки. Питомцы, стражи, тотемы. И ты будешь видеть мобов. Давай дрессируй там. Ой. А еще есть кнопочка такая, Tab. Называется переключение между целями. Если два моба в одной точке стоят, то нажав Tab, ты с одного переключишься на другого. Знаешь об этом, нет? Сумонти. Сейчас, секунду, я перезахожу. Чё, я психил шмот свой собираю с ГБ, блядь. Смотрите еще, блядь, сил у меня зачарено за сокетину, блядь. Блядь, еще выкидывает это ларане, бесит. Сука. Трэш пока почистить. Ну мы хотели, как бы, но хилы что-то не справляются. Ну три хила. Хилы вот. Как у вас, нормально все? Три хила. Ну я видел, что три. Мы упали просто. Маленький моб на Чопсе. БДК. Чопс умирает. Почти как маленький мук. Буйный рост, омоложение. Правда, что ли? Правда. Что ты думаешь, я вру? Может быть. Да не может быть. Ты спал? Отъехал. Мульти, приготовься, если каст. Гимн на ХП. Читай. Читай. Теперь два хила. Нет. Это слабые хила какие-то.
Ну вот, например, у Далин правильно все. У Мосса поменьше, там, то ли это левел, то ли что. Но буйный рост на третьем. А у Далин он лям на хил, а у тебя 400. Великое исцеление. Не знаю, зачем ты кастовал Дживани. В приоритете идет после молитвы сразу круг. Кидается обновление побольше. У тебя всего лишь 200 тысяч. За эту собаку ты... как не 200. Есть еще молитва восстановления. Тоже маловато что-то. На просадках молитва исцеления. После нее сразу круг. Когда откадешивается круг... пару обновлений кидаешь. До того, как собака скастовала истребление, развешиваешь целей на 8-10 обновлений. В приоритете маги, которые с... у которых мало хп. Там одна молитва плюс круг поднимает 10 целей сразу после истребления. Никто не сдохнет никогда. Ребята, есть место в пати? А ты кто? Пока нет. Бадлак. Нет, у тебя ДПС не подходящий. Бадлак. 6к на сурке. Так, очень где мало. Я оденусь, если не здесь? Интересная логика. 10 обходит. Ты про чё? Ловушки снимай. А зачем? Тут же боешки падают. Ну, так-то. Так, да похер. Ну, хорошо, разбивайте. У меня просто сейчас нету там. Ну, ML убирай, если даже тем более будет проще лупать. Бар обиделся. Какой? Ну, что-то даже в Дисе не стал отвечать на нормальный вопрос. Из пизды ушел. Ну такого не бывает. Ну, ушел, так ушел. Пропустить рейд СВК 10 и да. Сразу в 25-ках одеваться. Да, хотя бы так, кстати, пушку. По-моему, он сел в вышку вместе со мной, точнее в пушку. А что вар ливнул? Ну, думает, мы должны тянуть его. Что, место есть у вас? Да, заходи. Давай.
Давайте пойти. Сейчас. Плюс они. Ну, в принципе, так как Лимон поменьше ДПС, чем мастер дает, то он может поспехаться на Пелбус. Ура, Лимон будет танчить. Братишка танк. Медвоем же твоей долгота. Да что? Она сказала, что Лимон лучше танк, чем ты. Он, кстати, и сейчас может спекнуть, я же тоже больше его дам. Да. Пусть спекает сразу в танк. Ты будет не будешь квест делать на этом? Шкаф пока. Будет. Буду. Сейчас я возьму чарку последнюю. Лак. О, ёп, а бафов-то нету, да? Так. Что-то Бокус необщительный, попросил у него на один трай, блять, волю потаскать. Нет, зачем? Блять, аспект забыл сменить. Да погодите вы, блять. Мне надо сколько вы? Уже на тухлом? Да. Тогда перекур у вас раньше профа. 5 минут мне надо. Доделать, блять, хил аспект. Турбо, дай порт в этот Вагеймар, пожалуйста. А вот здесь, давайте перебафаемся. Погоди. Пало не тут. Шредер тут. Да я в ходе пала поеду. У него, как обычно, кулаки не вкачаны. Ну ничего, кулаки я раздам. У нас ДЦ нету, можно, блядь, раздать прото, нахуй. А может шредер МП5 раздавать, я кулачки раздам. Сейчас, погоди, я, да. Спек перебил. А чё, по ВЕШ и дорога нормальный? Мол. Вроде нормальный. Вроде. Ну, изи что-то пробует. ШД, ПВЕ? Да. 4-4. Или они все в ШД ходят? Нет. Все ходят в комбатах. Ну, 15-16 в этом. ШД это ПВП. Так, это сделал. У них пока не может висеть, потому что одного раза в несколько секунд. Ну он же сам еще бьет. Сам там бьет, но пока не можешь. О, Бамблби. Это что за тело? Пантер, да, по-моему.
Да я понял, успею. Чё там поменяемся, ничего сложного. Блять, ещё ж символы надо купить, сука. Ой, блять. Соберись. Так, все делаю на оперативе, нахуй. Суманите меня пока. Или вы с вас двоих будете? Да, потом суманут. Да. Так, чё по символам? Чё какие... А, блядь, хули пал. Сука. Так, символ... Ёпта, символ в печати цвета 491 голда. Охуеть, ёпта. Бери на ману. Вообще охуели. На ману лучше возьми. Да нахуя? Минус 5%. Наказ. Это лучше, чем 400 голды скидывать. Да ничего, похуй. Я знаю, там некоторые люди могут раз в два раза купить, да. Все, сейчас спек у меня и погнали. Сброшу точнее. Так скажи ему об этом в десерт. Пст. Так, а мультиогурские фласки сейвят, да? Догадался. Сейчас, секунду. Давайте сумон. Мультигорский, заходите, да? Надо подождать. Что не помню нахуй. Сейчас на отъебись разобьем. Ты хоть ретрика оставил? Да, конечно. Ретрика ставлю. Так. Ты чё снижает затраты? Нахуй. Лыкач, принимай сум. Угу. Сколько когда ужился? Час? Угу. То есть 3600, да?
что я перекачал, а не... Да. Ну, как-то так. Так. Брать, обновить. Символы. Ставить сразу. Секунду. Клыкач ФК что? 10 минут с нашей нахуй жизни его выпало, блядь. Даже 20, наверное, блядь. Так. Раз. Два. Птица. С чем тебе ДД? Клыкач не принимает сум. Ой, и так убьем, бля. Вроде все выставил, блядь. Так, ладно. Если что там проставлюсь. Либо... А, так, клыкач здесь. Чек на ФК. Че бафти? Давай, рыбу поставить, чё бафить. Попробуй с ЧС. Не вообще. А ты чё им сейчас кинешь? Похантуй МП5, слышишь? Так, Шреддер, с тебя МП5, с меня кулачки. Дэк дымыч танк, я полипал. Чё бафуют-то? Каски. А чё с тебя кулаки? Шреддер как бы вкачал себе кулак, вкачал. Он нормальный. Он уже нормальный, ловко. Да. Блять, ну вот. Да нет, он не вкачал вообще. Вкачал он себе, чего? А, нет, это что такое? Вкачал. Нет у него. Нихуя он не нормальный, что-то да. Бля. Только было. Так. Поняли, он. А, нет, это у медведя уже. Так, клыкач тут. Дайте ему попять по ханту. Выкач, отлипай. А. Ну, блядь, без этого и без этого, заебись, ушел. Ой, да ладно, блин, давай в 24, че тут? Так. Че, кто там к пистолю? Нахуй. О, чебур тут. Одна минута, сейчас я подойду. Это ж ПЖПшный талант, который разоружение уменьшает. Какой? Или я ошибаюсь? Погоня. Какой? Погоня за... Нет, он увеличивает скорость бега. И зачем? Вы про кого? Про Шреддера. Вот этот вот? Он вкачивается, он просто вкачивается, вкачал успеет, оправдание успеет. Вместо кулака. Не знаю оправдание? Почему. Угу. То, что можешь любой танк навешать, вар, либо так. Лола я выкинул, так, Уберс я выкинул, бивашка. А, нафиг. Ну, да. Оправдание не надо вкачивать, Шреддер, не знаю, зачем ты вкачал. Кулаки мог бы взять вместо этого. Ну, как бы там не то, что мог бы, там обязательно их берут. Не, обычно, кстати, просят, ну, на Халеона 25 гер. Она дала ранее, потому что... Чтобы ретрики вкачивали этот талант, не знаю почему. Наверное, потому что вар там не танчит. Хотя, наверное. Можно попросить просто вара кричать каждые 30 секунд. Ну, он больше, наверное, режет или нет? Нет. Тоже 550, походу. Я не помню, сколько он режет. Блядь, не равен там, блядь. 410. Ну, 410. А этот 500 с лишним рейд. 46. Ну, так пишет. Ай, нет, это... Нет. 287, наверное, или больше просто режет первый раз. Просто если я кричу на потом этот еще... крик в танке даже, Шреддер бьет потом, он у меня заменяется. То есть, они не стакаются, и в том случае получается, что он дает тот же самый баф, что и у Шреддера. Либо он лучше, да. Если заменяется моим. Сумон. Не, думаю,
У Павла лучше. Но просят только на Халеона его вкачивать. Я знаю точно. За спрингерик. Ну, если ретриков много в рейды ходит, и кулака можно не вкачивать, можно взять этот, но это уже а так. Какие есть у тебя джованты? Чё, рыба будет? Коня снимет? Да, рыбу поставил. Качивал ретриком эту парашу. Баф отдали. Коня поменяли, да? Коня я сейчас поменяю. Вообще, не знаю, утешение точно. Фига, ты щедрый. Ты знаешь, насколько ты мне дал? 14 сурков, охуеть. Вот заживу, да. Нахуй. Можно 14 на сурков. Всех используй. Боссов. Что, 28 припорта? Готовность. Да. Ну, который сейчас... Второй как дымыч. Который сейчас так, не пускают. Так, РДДшников у нас достаточно, все хилы под босса. А, метки. Сейчас я вам метки расставлю. Блять, не. Ага, ясно. Войд, метки можешь расставить? Угу. Расставь две метки, пожалуйста. Войд, две метки, ребят, Локи, сейчас поставите метки порталы, пожалуйста. Две метки в РДД зону. Одна метка под яичишки босса. Надеюсь, понятно. Чек на готовность. На пол багровый. А, стоять. Сейчас бы я, блядь, пошел нахуй. Частица. Что там по полу? Это. Да погоди секунду. Это есть. Свет небес. Шок небес, шок. А нормально это как? По таймеру. Отчет на пол. Геру. Форы. Шедер вытаскиваем. Красавчик. Чопсы, выходи. Мозг, подожмись под глаз. Потому что, блядь, ни одной споры нет. Лимон, ты на косте жертву отдашь, споры. Мечки несли свои. Если депсток включай сразу.
платформе может больше не убегать. Можно пока готовиться у них. Алиса, дай пожимку. Сори, я на тебя отдавал, у меня КД. Угу, я понял. Ничего, нормально. Я нихуя говорить не хочу, но... О, нихуя, блядь, мое кольцо. Кольцо. Я ничего не хочу говорить, чё? Но... 2Т10 Навара, говно, Армс. Ну, блядь, ты такой странный тоже, капец. Два куска Т10. Если бы это было актуально, оно бы на нормальном личе тоже было актуально. Так, кому ты видел Армса хоть одного? Кровь плюс чат. Чопс. Ну, роль. Блять, что делать? Башка, это тоже никому не надо. Сила гнида. Ой, нужно оно мне или не нужно? Нужно. Ну и чё, во. Так, кровь у нас входит чопс, да? Ты смотри, даже еще не последний ППР, он нормальный. Ушла? Вторая аура у Шреддера. Да хотя пусть висит, она здесь больше-то не нужна. На этих подобоц. Мой. Я что, хули-пали? А каст? Вообще нету каста. А, не дай, сейчас прибежит к касту. Конечно. Я что, сдаю. Так, давайте нягриться. Друг на друга. Сейчас я отопьюсь. Тактику все знают. Чек на готовность. Минута. Багровый на боссе, соответственно, ты думаешь, что ты на этом, дайте, я вас в одну группу-то хоть кину, потому что, блядь, иначе невозможно. Чтоб рядом были. А когда мульти вас долгоного выбился? Чё, блядь? Странный вопрос. Да. Наверное, тогда же, когда и я. Через аук, да? Чек на готовность. Ты как-то мало. Ну, вроде все готовы. Да, все готовы, чуть на пол.
морду, иди к нему, к боссу, Алиса, чтоб милики не бегали. Она не хочет. Алис, передвигайся. Он прёт в ту сторону, ты передвигаешься туда, к вон даун привал. Боря Клык, отойди, служу. Люблю я фуриков на этих боссах, бля. Так, на ком там маленький? Кто там бегает? Нет, не надо. Боря Клык, не веди туда. Маленького не своди с большим никогда. Вводишь, если на тебе маленький, в миди-зону. Попрошу фуриков. Стакайте, пожалуйста, расколы. А я топового нашего чернокнижника. Магию стихии вешаю, точнее проклятие. А ты что, не вешаешь? Да я просто смотрю, вот как всегда вешалось нам только я. Так там на 2 минуты, не? На 3. Это нормально. Раз повешал, да и пошло. Но если нет, все ПДшники не дамажат. И жидка. И сова. Новой лапы нет. Большой. Как нет, есть. Ты так думаешь просто, мне тут же повесить проклятие, это затраты времени. Ну ничего, в Армсе мне вообще ротацию ломает, ну как-то дел. Да я все могу делать, если есть три, зачем. Есть, переименован. О, поешь. А что же такая ачивка? Я такого не видел. Станция ни разу не взорваться большому слизняку. А что, у нас так по ДПС вырос в гильдии, да? Угу. А тут он цепался. 240 уже. 240. В прошлые разы был 220. 20 кдпс апнули. Ну и за дум вернулся. Еще бы мне волю отдали. Так это мы дамажили СПДшники все без проклятия стихии и друидовской лапки. Вот смотрите, еще 13% добавьте. Ну, по крайней мере, к СПДшникам. Гони проклятие стихии. 260 после сурка, после профа. Сколько на сурке было? О! На ретрика нормальное кольцо у меня. С хэма только лучше будет царяцкий хэм и все. По мастерству смотритесь. Нет. Так как раньше был такой видос популярный. То дуэль, со мной давай дуэль, и малый ты трубот. Вероятность связиста крайне мала. Как тебе так еще и домах пошел по мелких слизнях и больших задум? Нет, о, ничего такого. Так я знаю. Или ты дота на них? Это нет. Т4 это поджигание на этого. Почему я на принцах не бью этого? Как его там? Килисет? Килисета, да. Ну или бью точечно. А что? Ты квест делаешь, свой? Да.
У меня просто еще из-за параметров страдаю, не могу никак подбить нормально. И сколько у Дестрика бис получается по этому левелу? Бис сколько у него этим левел? Но там походу где-то получится 270 максимум, 271. В смысле? Так тут дело не в бисе. Не, хотя я не вообще так. А в плане у Роги тоже где-то так, да? 270. Рога сильнейшая может очень, намного. Ну короче, он просто спрашивает, потому что... Нет, я вообще про full gear, типа, блядь, если взять для меня full gear, у меня, блядь, full gear 278 там, блядь. У вас он меньше намного. Потому что 4 куска идут, Т4. Они хуже даже, чем обычно освещенные Т10 по этим левелам. Понял, о чем я? Нет? Да понял, но тут надо учитывать усилки, допустим, почему я тебе говорю тем же рогом сильнее. Потому что здесь усилки плюс это ваша... Не по той причине он спрашивает, он просто спрашивает, сколько итем левела будет. Ну. Ой, поставь меточку, кто в тактике не знает на бета? Просто я тебе намекаю, ты выше меня по итем левелу. Он с тобой вместе по итем левелу. Слышно. В Т10. Я в Т10, а он плачет в этом. Так у нас 3 лока, я тебе еще раз говорю. Стопните флот лишний. Пимша, ты не знаешь тактику? Или ты вообще здесь не был? На десятке хотя бы был? Пимша, алло.